Прежде чем начать рассказ о себе, Татьяна Никонова обратила внимание, какой дружный сложился в библиотеке коллектив. Затем посетовала на то, что детской литературы в наличии недостаточно. И только потом перешла к воспоминаниям о своей юности и близких людях. Родилась в семье простых людей, но с детства знаю книгу. Мама очень читающая была, две сестры. Без книги жизнь свою не представляли. Я с детства тоже книжку из рук не выпускала. Поэтому куда идти работать, учиться, я, собственно, выбор большой не был. Хотела всегда с книгами работать. Татьяна Борисовна работает в читальном зале детской городской библиотеки. Поэтому помимо безмолвных печатных друзей, она очень любит своих посетителей. Аудитория очень у меня отзывчивая, благодарная. Дети ходят с дошкольного возраста по 9 класс к нам в основной. В основном мамы ходят, учителя ходят. Дети очень любят книжки, нас любят. Все нам рассказывают, все расскажут, даже что дома у них, о чем прочитали. Так что мне своя работа очень нравится. Я довольна, вижу отдачу от своего труда и с удовольствием, в общем, работаю. В юбилейный год Уварова Татьяна Никонова оказалась в числе достойных людей, которые были отмечены администрацией. Вместе со своей коллегой по библиотечному делу Татьяной Дроковой она принимала сердечные поздравления от заместителя главы по экономическим вопросам. Очередная высокая награда женщинам – почетная грамота Управления культуры Тамбовской области. Здравствуйте, спасибо. Всего вам хорошего, успехов вам, благополучия, удачи. Чтобы все у вас было очень приятно, большое спасибо. Виновники торжества поблагодарили за оказанное доверие и в свою очередь заверили, что любимому делу посвятят всю оставшуюся жизнь. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».